В эфире «Панорама». Здравствуйте. О главных событиях в регионе, в изложении журналиста, в телекомпании «Юнион» в самое ближайшее время. И сегодня в выпуске смотрите. Приговорили к тюрьме в Донецке мужчине, сбившего двоих человек, назначили 7 лет лишения свободы. Подробности знает Инга Лапикова. Смертельный перекресток. В Макеевке за отсутствие пешеходного перехода на дороге погиб ребенок. Появится ли зебра и соответствующий знак в опасном месте, узнавал Александр Блинников. До чемпионата мира по легкой атлетике чуть больше месяца. Как Донецк подготовился к встрече гостей, узнавала Екатерина Павлова. Торжественная литургия и крестный ход. Макеевка празднует годовщину обретения мощей святого Ильи. Как это было, видела Светлана Киктева. Водителя, сбившего двух человек, приговорили к 7 годам тюрьмы. Такое решение вынес Куйбышевский районный суд Донецка. Напомним, авария произошла 1,5 года назад. Внедорожник на большой скорости влетел на остановку и сбил насмерть учительницу и кузнеца. Тему продолжит Инга Лапикова. Суд длился больше года. Для подсудимого прокурор просила 2 года тюрьмы. Такой срок мотивировала болезнь обвиняемого. У него вегетососудистая дистония. Час скоєння ДТП підсудний знаходився у стані неосудності, оскільки втратив свідомість. Крім того, було проведено аналізи його крові, які показали те, що у стані алкогольного сп'яніння він не знаходився. Покарання у вигляді 2 років позбавлення волі є такою мірою покарання, яка відповідає вимогам закону. Несмотря на аргументи обвинения, суд приговорил водителя к 7 годам лишения свободы. Признать Миргородского Артема Владимировича виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 286 УК ограничений, подвергнуть его наказанию в виде лишения свободы сроком на 7 лет. Срок отбытия наказания исчисляется с 19.11.2011 года. Приговор ясен? Да. Мера наказания понятна? Порядок обжалования вам ясен? Ясен. Судебное заседание объявляется законом. Мать погибшей учительницы приговором удовлетворена, однако не исключает, что подаст апелляцию. Будет просить еще больше срок для водителя. Вполне довольна решением суда, но вообще-то я когда слушала приговор, мне много не понравилось то, что не сказал. Во-первых, мне сказал судья, что 4 человека подтвердили, что скорость была больше 100 км в час. Он этого даже не озвучил. Водитель также выплатит материальный ущерб. Семьи погибших получат по 100 тысяч гривен. Инга Лапикова, Георгий Жилич, «Панорама». Смертельный перекресток в Макеевке. Из-за отсутствия пешеходного перехода погиб ребенок. Местные жители утверждают, это не первая смерть на этом участке дороги. Перейти здесь нелегко даже взрослым. Появится ли зебра и соответствующий знак в опасном месте, узнавал Александр Блинников. 12-летняя Вероника вместе с сестрой возвращалась домой после занятий танцами. До дома оставалось 100 метров. Девочка вышла на этой остановке, но перейти дорогу не смогла. Автомобиль, который ехал на большой скорости, сбил ребенка насмерть. Родители девочки находятся в состоянии шока. Говорят, не раз обращали внимание, что этот участок улицы опасен. В тот роковой день был дождь, и перейти дорогу было практически невозможно, рассказывает Елена Пинчук. Эта же машина ехала, она видела, что дождь идет, и стоят 2 девочки мечатся. Он же видел, да хотя бы ты приостанови, хотя бы, чтобы их не обрызгать. А он даже не приостановился. А если бы он приостановился бы, он же бы ее, ну, сбил бы немножко. Ну, не насмерть бы сбил бы. Ни знака нету, ни зебры нету. Почему? На пешеходной поехала машина. Они ж мотают здесь. Около 100 км в час. Местные жители подтверждают, здесь необходима зебра. Иван Юрченко говорит, перейти дорогу сложно и детям, и взрослым. ДТП с летальным исходом пешеходов на этом месте случались не раз. Водители очень быстро разгоняются, не сбрасывают скорость, остановка присутствует, пожилые люди не могут перейти дорогу, дети в том числе не могут перейти дорогу. И, в общем-то, это опасно. Здесь для того, чтобы перейти дорогу, надо потерять некоторое время. Государство сказало, что здесь нет никаких учреждений, хотя вот семейный детский центр. Летом здесь детворы очень много, они сейчас откроют лагерь, бегает полно. Но никто это не делает. В ГАИ говорят об опасном участке, знают. Давно хотят, чтобы на этом месте появился пешеходный переход и предупреждающий знак. Но пока денег на это нет, рассказал Николай Ковыза. После этого ДТП местной органов власти и совместно с госавтоинспекцией мы пришли к одному решению, чтобы поставить здесь, выделить дополнительные средства и поставить здесь
дополнительные дорожные знаки 535-1, 535-2, пешеходный переход. И по необходимости установить лежачий полицейский. При получении данного предписания от ГАИ будут выполнены работы по нанесению дорожной разметки 1.14.1 пешеходный переход и будут установлены знаки. Если будет предписание ГАИ, деньги будут изысканы на выполнение этих работ. По словам Николая Ковоза, предписание на установку знаков уже составлено. Выполнить работы должны в течение 20 дней. Александр Блинников, Евгений Красюков, «Панорама». Похитила ребенка и хотела использовать его для попрошайничества. В этом подозревают жительницу Мариуполя. Ее задержали спустя несколько часов после происшествия. Милиция отметили, что женщина совершала подобные преступления и раньше. В марте она похитила своего племянника. Подробности последнего случая знают мои коллеги. Мать ребенка рассказала, похитительницу знала, поэтому и доверила своего малыша. Но когда с прогулки ей не вернули сына, забила тревогу. Сразу искала пропавших своими силами, позже обратилась в милицию. Девочка попросила ребенка покатать, но разрешила недалеко. Хочу поблагодарить сотрудника милиции, спасибо им, что они нашли дочку мою. Ребенка искали всю ночь. За это время похитительница прошла пешком на руках с младенцем несколько кварталов, сообщает милиция. Ребенку 4 месяца, которого, согласно рекомендациям медицины, нужно кормить каждые 3-4 часа. Поэтому на розыск данной гражданки ребеночка были брошены все силы. Уже утром малыша передали медикам для обследования, после чего ребенка вернут родителям. Похитительнице 23 года. В милиции сообщили, что она страдает расстройствами психики. Сама подозреваемая не отрицает, осознавала, что делает. Но это не мой ребенок, это дала мне девочка погулять. А и сколько вы гуляли с ребенком этим? Ну, все день, может сказать. Она скрывалась от работников милиции, красилась для того, чтобы ее не нашли. Ну, то есть она, ну, будем так говорить, понимала о том, что она несет ответственность за свое деяние. Подозреваемая занималась попрошайничеством. К такому делу решила приобщить и украденного мальчика, чтобы разжалобить горожан. Если прокуратуре удастся это доказать, задержанной грозит до 5 лет лишения свободы. Ростислав Сысоев, «Панорама». Мариупольские подростки, которые издевались над школьницей, могут сесть в тюрьму на 7 лет. Об этом сообщили правоохранители города. Статью, по которой ведется следствие, переквалифицировали. Раньше подросткам предъявляли обвинения в вымогательстве и пытках. Теперь школьникам инкриминируют грубое нарушение общественного порядка. Наказание за это – лишение свободы от 3 до 7 лет. Напомню, в апреле в интернете появилось видео, на котором несколько детей издевались над девочкой. После этого делом заинтересовалась милиция и прокуратура. Что касается совершения данного преступления, в совершении подозреваются 3 подростка. Значит, 2 подросткам, девушкам предъявлено подозрение в совершении данного правонарушения. 3-й девочке не предъявлено в связи с тем, что данная девочка на момент совершения не достигла возраста уголовной ответственности. 4500 пиратских дисков изъяли правоохранители в Волновахе. Такой результат совместной проверки милиции и прокуратуры. Стоимость продукции более 100 тысяч гривен. Также конфисковали копировальную технику и другое оборудование, рассказали в пресс-службе областной милиции. Кино, мультфильмы и музыку подозреваемый продавал на одном из местных рынков. Сейчас диски отправили на экспертизу в Донецк. После результатов проверки правоохранители определят меру пресечения. Если вину докажут, мужчине грозит до 2 лет лишения свободы. Під час здійснення незаконної діяльності особа отримала приблизно 80 тисяч гривень. З інтернету скачував фільми різнообразної тематики, і мультфільми так же само, і з допомогою копірувальної техніки на пусті диски нарізав їх, упаковував і продавав під видом ліцензійних. Граница на замке. В Макеевке отметили День пограничника. Митинг около памятника погибшим афганцам собрал несколько десятков человек. Вместе с зелеными беретами праздновала Дарья Захарова. У дома родного я счастлив и в общем немного завидую тем парням, у которых граница еще впереди.
Рядовой запаса Виталий Цап служил в погранвойсках. Мужчина говорит, бывших пограничников не бывает. Для меня, допустим, нельзя представить погранвойска без собаки, потому что я в погранвойсках служил на центральном питомнике служебного собаководства. Потомки моего кобеля сейчас, наверное, всю границу Украины охраняют. Погранслужбу я не могу представить без ребят, которые вот, как все здесь одеты, в зеленых фуражах либо беретах. Мужественных пацанов, которые защищали, так скажем, границы нашей Родины. Макеевский строй сегодня пополнился еще одним пограничником. 7-летний Ренат получил от старших товарищей заветный зеленый берет. Мальчик в будущем хочет служить в погранвойсках. Я люблю очень границу и хочу ее охранять. Каждый преступник ее не пересекет, потому что граница на замке. Погранвойска – это, будем говорить, те люди, которые первые говорят «здравствуйте» любому человеку, который уезжает на территорию нашего государства или нашей области. Это те люди, которые берегут наш мирный, спокойный сон. Те люди, которые встречают врага на границе, если это враг. Лучших пограничников в этот день отметили грамотами. А завершилось мероприятие возложением цветов. Дарья Захарова, Кирилл Иванов, «Панорама». Встречать гостей готовы. Через 40 дней в Донецке стартует юношеский чемпионат мира по легкой атлетике. Стадионы и гостиницы уже ожидают спортсменов. Во время соревнований иностранцам будут помогать больше 800 волонтеров. Подробности последних приготовлений в сюжете Екатерины Павловой. На чемпионат мира по легкой атлетике в Донецк приедет больше 2000 официальных гостей. Около 1500 из них – спортсмены. Места для них в гостиницах города уже забронированы. Участники чемпионата будут жить в 14 гостиницах города. В этом отеле ожидают около 300 гостей. В нашем отеле 80% номеров забронированы для участников чемпионата. В основном у нас будут жить спортсмены из Европы. Для нас иностранные гости не в новинку. Весь персонал, который общается с постояльцами, владеет английским языком. Для спортсменов тут разработали специальное меню, рассказал шеф-повар гостиницы. Для каждого вида спортивного спорта как бы это разное меню идет. Вот, допустим, для бегунов это восстановление мышечной системы. Это как бы белки, углеводы и много большой комплекс витаминов. Стадионы, на которых будут выступать спортсмены, тоже готовы. Главную арену чемпионата, спорткомплекс «Олимпийский», в минувшую субботу открыли после реконструкции. На выходных тут прошли международные соревнования по легкой атлетике. Соревнования показали достаточно высокую степень готовности и спортивных объектов, и готовности в тех организационных вопросах, которые нужно решить, и степень готовности судей. Я абсолютно убежден, что такой объем работы в такие сжатые сроки и в таком качестве мог быть сделан только в Донецке и в Донецкой области. Безопасность в городе обеспечат своими силами. Привлекать правоохранителей из соседних регионов не будут, рассказал Валентин Локтионов. Милиция и все формирования будут, конечно, работать в режиме, как работали в режиме евро. Когда приезжали евро, это же ведь в основном болельщики были, а здесь в основном будут участники. Они будут проживать в гостиницах, поэтому, конечно, безопасность, в первую очередь, в гостиницах и местах прилегающих. Иностранные делегаты уровнем подготовки к чемпионату остались довольны. Мы были в Донецке год назад, с того времени очень многое изменилось. Проведена большая работа, и это впечатляет. Мы видим, что все готово к чемпионату так, как если бы он начался завтра. Мы уверены, что страна, в которой выросли такие чемпионы, как Сергей Бубко и Ирина Лещинская, справится с поставленной задачей на высшем уровне. Участники и организаторы чемпионата начнут прибывать в Донецк с начала июля. Напомним, соревнования продлятся с 10 по 14 июля. Екатерина Павлова, Ольга Шилкина, Василий Дмитриев, «Панорама». Торжественная литургия «Крестный ход» в Макеевке отпраздновали годовщину обретения мощей преподобного Ильи. Приложиться к святыне сегодня приехали паломники из разных городов региона. Богослужение возглавил митрополит Донецкий и Мариупольский Иларион. Как это было, видела Светлана Киктева. Год назад в этот день была вскрыта могила преподобного Ильи. В земле мощи схимонаха пролежали 66 лет. Сегодня на богослужение собралось несколько тысяч человек. Екатерина Гальченко приехала из Енакиева. Я про него очень много читала. Я воспоминания его, есть у меня книги. И мне очень хотелось попасть сюда. И вот моя мечта осуществилась.
На празднование съехались десятки представителей духовенства. Богослужение посетила и супруга президента Людмила Янукович. Также в числе прихожан и тех, кто начал считать Илью святым задолго до его канонизации. Более 20 лет я приходила на могилочку Ильи Макеевского. Это очень почитаемый святой. Он так помогает нам во всех болезнях, недугах, в скорбях, печалях, наверное, во всем, что есть у нас житейское. Он везде нас рядом сопровождает. При жизни схемонах Илья предсказывал будущее. Известны также случаи исцеления им больных. По словам прихожан, такие чудеса продолжают происходить и сегодня. У меня был инсульт, а потом мне говорят, у нас на пути Ильича есть могилка Ильи. А я говорю, Господи, когда же я туда попаду? Мне прям ноги сами понесли к этой могилке. Я стала говорить, работаю еще. Вот, исцелил меня Илья. У нас у соседей не было детей, ему уже под 40. И они ездили на могилу и написали записочку с просьбой святому Илью. И Господь послал им Андрюшу. После завершения богослужения прихожане смогли прикоснуться к мощам святого. Празднование продолжил крестный ход вокруг Свято-Георгиевского собора. То народное почитание, которое мы сейчас вот видим, это как раз явное свидетельство благоволения Божьего к молитвам преподобного Ильи Макеевского. Потому что не ходят люди, как известно, к пустому колодцу. Люди приходят для того, чтобы получить душевное утешение, благодатную помощь в жизни. И можно сказать, что сегодня для Макеевки вторая Пасха. Напомним, к лику святых схемонаха Илью причислили в прошлом году. Такое решение принял Священный Синод Украинской Православной Церкви. Светлана Киктева, Владимир Ребриков, «Панорама». И таким этот день увидели журналисты нашей информационной службы. Смотрите наши новости, будьте в курсе всех событий. Я же с вами прощаюсь. Всем доброго. До свидания.